С наступающим! Так девятиклассники второй школы встречали сегодня утром всех представительниц прекрасного пола. Учителям ребята дарили самодельные цветы и сувениры. Предпраздничное настроение всем входящим в образовательное учреждение создавал и яркий стенд в холле с хэштегами весеннего праздника и восьмеркой во главе. Учащиеся младших классов подготовили для мам и педагогов поделки. Их оформили в праздничную выставку. Во всех образовательных и дошкольных учреждениях Котласа сегодня прошли утренники, посвященные 8 марта. Например, ребята из подготовительной группы детского сада «Сказка» своих мам и бабушек порадовали праздничным концертом.